Значит, спою сейчас песню не потому, что там она самая лучшая, а потому что мне не нравится, как поет ее Лещенко. Я знаю другим, кому не нравится. И рассказывает еще историю. Ну, он великий актер, хороший певец, чего мне рассказать. То, что он не был, никогда не видел. Это я с колонны выходил, 103-й. Это я пел солдатам, не пошел в офицерские. Эти, все бани там были по пути в полевых упряжках, не пошел, а ехал бронезом с солдатами. И жрал я тушенку фаршивую, спирт у солдат был и брага. И мы там сидели ночью, это февраль 89-го года. А это все рассказ, и думали, что будет дальше-то со всеми с нами. Я-то знал, что со мной дальше будет там. Да я знал, что сейчас дадут орден, вот орден дали, потом до по линии армии звание повысили. Да. А что будет с ребятами, я не знаю. Но это ребята 103-й Витебской дивизии гвардейской, которая уходила первая и уходила последняя, сворачивая за собой все. И она вышла в ночь 6 февраля 89-го года, заканчивая афганскую эпопею. Громов остался 2 разведбатами на Айбабаде, и 15, как знаете, перешел. Вот. Значит, песня была такая. Когда мы на землю опустимся с гор, когда замолчат автоматы, когда отпылает последний костер, какими мы будем, ребята, когда отпылает последний костер, какими мы будем, ребята, когда раскаленный остынет гранит, когда отгремят камнепады, когда наши души любовь исцелит, такими мы будем, ребята, когда наши души любовь исцелит, такими мы будем, ребята, когда мы вернемся в раздолье берез, где нервы стреножить не надо, где высохнет соль от непролитых слез, какими мы будем, ребята, где высохнет соль от непролитых слез, какими мы будем, ребята, какие удачи еще впереди, какие нас ищут награды, когда отойдет, отомрет, отболит, какими мы будем, ребята, когда отойдет, отомрет, отболит, какими мы будем, ребята, когда заболит к непогоде плечо, пробитое возле Герата, и память толкнется висок горячо, какими мы станем, ребята, и память толкнется висок горячо, какими мы станем, ребята. Ребятам 7 за 50. Кто кем стал, предлагать было нельзя.